Всем привет, с вами Каролина, и добро пожаловать в новое видео, в котором мы с вами поговорим о 10 удивительных фактах о Южной Корее, которые вы, возможно, не знали. И, конечно же, Южная Корея – это страна с удивительным вайбом, и она обладает такими же удивительными обычаями и традициями, и различными интересными фактами, которыми я с вами сейчас поделюсь. И, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал. Также я приглашаю вас в свои социальные сети и на свой второй канал, где очень много полезной информации по поводу ментального здоровья. Ну и, конечно же, я вас всех очень сильно люблю. И давайте начнем. А знаете ли вы, что корейские свадьбы все еще часто проводятся в традиционном корейском стиле? А это когда жених и невеста надевают ханбоки, то есть традиционную корейскую одежду, и начинают выполнять различные обычаи. Как, например, пебек, когда невеста предлагает чай семье жениха в знак уважения. Также Корея является родиной множества прекраснейших храмов. И многие из этих храмов предлагают такую услугу, как Temple Stay. То есть вы можете остановиться в этом храме и почувствовать тот самый вайб, ту самую жизнь буддийского монаха. И, конечно же, это стоит не настолько дорого, как вы можете подумать. И также в некоторых храмах вы можете в целом остановиться вместо гостиницы и почувствовать, как это с утра до ночи быть в буддийском храме. Также в Корее есть древние традиции, связанные с чайной культурой, когда он является таким вот оздоравливающим средством и подается определенным образом. Часто это происходит во время чтения буддийских писаний. И, конечно же, это то зрелище, которое нельзя пропустить. А вот традиционная корейская музыка, известная как гугак, является неотъемлемой частью культуры, которая существует уже очень и очень много лет. И привлекает своими интересными мотивами, потому что для ее исполнения используются такие инструменты, как каягым и хэгым. И также очень часто эта музыка сопровождается и традиционными корейскими танцами. Ну и, конечно же, нельзя упустить из виду тот факт, что корейская мода набирает все больше обороты, потому как кей-поп-айдолы определенно задают тренды. Но это касается не только современности, но и традиционной корейской одежды, такой как ханбок. Потому что, приезжая в Южную Корею, вы можете даже взять ханбок в аренду и поездить по различным тем же храмам, по различным традиционным местам и почувствовать себя действительно внутри этой культуры. Ну а в современности, вне туристических реалий, ханбок все еще надевают на праздники. Но помимо всего прочего, Корея также известна своими оживленными рынками. И когда вы окажетесь на одном из рынков, то обязательно попробуйте корейскую уличную еду, как, например, токпоки, либо же хот-токи. Также вы можете попробовать курочку, либо же осьминогов. Это все очень и очень вкусно. И помните о том, что санитарные условия очень строго соблюдаются в Южной Корее. Поэтому не беспокойтесь по поводу того, чтобы есть на улице. Но главное, соблюдайте небольшое правило. Старайтесь идти именно в те точки, где вы видите большое количество корейцев. Потому что если там много людей, то значит, это место действительно очень вкусное. Ну и не стоит забывать о том, что в Корее производится очень много фестивалей. Как, например, фестиваль грязи в Парёне, где люди под веселую музыку развлекаются в грязи. Где вы еще подобное встретите? Либо же фестиваль фонарей в Чинджу. Это просто настолько захватывающее зрелище, когда тысячи фонариков плывут по реке Нам, и вам определенно стоит это увидеть. А также не стоит забывать и про чимчильбаны. Это традиционные корейские бани, где вы можете и поспать, и посетить сауну, бассейн, получить массаж, другие какие-то уходовые процедуры. И все это очень часто входит в стоимость. Вы можете там как просто провести время, так и действительно сходить прямо-таки
в баню. Это уже на ваше усмотрение, но в любом случае туда также очень часто ходят переночевать, потому что это просто дешево. Ну а если вы хотите получить немножечко представлений о корейском юморе и о некоторых таких традициях в целом, то вам стоит обратить внимание на развлекательные шоу, такие как Running Man или же Infinite Challenge, потому что они напрямую покажут вам все это изнутри, потому что там есть огромное количество каких-то забавных заданий, квестов и всего прочего, где еще обычно участвуют корейские знаменитости. Ну и, наконец, культура кафе, потому как в Южной Корее вы найдете огромное количество таких заведений, начиная от кафе, где есть еноты, какие-то кошки, до кафе там с настольными играми, с мангой, и все это то, что вам стоит увидеть, что вам стоит посетить и обязательно попробовать корейский кофе, потому что с большой вероятностью, попробовав его однажды, вы влюбитесь настолько, что потом не сможете пить обычный кофе. Ну, а я надеюсь, что вам понравилось узнавать новые факты о Южной Корее. Возможно, что-то из этого вы еще не знали, либо же взяли на заметку перед путешествием в эту прекрасную страну. Ну и, конечно же, если вы вдруг хотите продолжение данного видео, то напишите мне об этом в комментариях. И в целом, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, делитесь данным видеороликом со своими друзьями, чтобы как можно больше людей смогло узнать об интересных фактах о Южной Корее. Ну и, конечно же, я жду вас также в своих других видеороликах. Ну и до встречи в следующих видео!